Давайте сделаем это. Это потрясающе. Всем привет. Добро пожаловать на наш прямой эфир Ливгуд. Я генеральный директор и основатель Ливгуд. Сегодня вечером со мной также будут трое моих соучредителей. Я быстро передам им привет, и мы сразу перейдем к делу. У нас есть наш директор по обучению продукту Лиза Гудкин. Привет всем. Я связался с нашим директором по разработке продуктов, доктором Райаном Гудкин. Всем привет. Добрый вечер. А также с нашим директором по сетевому маркетингу не из Казани. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать. Это потрясающе. Все в порядке. Ну что же, я собираюсь начать с краткой истории, которую передам Нодару, чтобы рассказать об идеальном выборе времени и позиционировании, которое мы создаем. Заходи прямо сейчас. Мы скоро услышим от Райана и Лизы о нашей потрясающей линейке продуктов. А затем мы немного поговорим о том, как зарабатываются деньги в рамках этого компенсационного плана. И я знаю, что многие из вас, ребята, пришли сюда, чтобы узнать об этом. Итак, во-первых, мы с Нодом уже давно работаем в индустрии сетевого маркетинга, чуть больше 20 лет, а Нодер около 30 с лишним лет. У него было немного больше опыта, чем у меня. Мы оба начинали в этой области в качестве партнеров, многому научились, и первые несколько лет нам было нелегко разобраться во всем. Мы смогли создать несколько успешных организаций, перейти в консалтинг, стать владельцами бизнеса, вывести на рынок множество потрясающих продуктов и познакомиться с потрясающими людьми в этой индустрии. Но около 4 лет назад я полностью ушел из этой отрасли, почти 5 лет назад, в 2019 году. И причина в том, что это потому, что так работает сетевой маркетинг, что все эти продукты, даже самые качественные, стоят около 8, 10, может быть, $12. Но компании продают их за 50, 6 тысяч 80 и даже более $100, чтобы они могли выплачивать большие комиссионные в рамках компенсационного плана и сделать так, чтобы это выглядело захватывающе. Ну что же, проблема в том, что когда я сделал шаг назад и посмотрел на цифры и на то, что происходило на самом деле, проблема заключалась в том, что менее 1% людей, которые были вовлечены в эти компании, когда-либо получали доход на полный рабочий день, менее 1%. Кроме того, у вас есть еще 2 или 3%, которые зарабатывают несколько сотен долларов в месяц, и это потрясающе. Именно для таких людей была создана эта индустрия. Но тогда получается, что более 95% сотрудников буквально каждой компании сетевого маркетинга в отрасли зарабатывают. Зарабатывают практически ничего. Люди, которые приходят в компанию с целью заработать деньги, не продали ни одного продукта, не наняли ни одного человека и просто продолжают работать. Боритесь, пробуйте разные программы, но результат один и тот же. И это не их вина. Я имею в виду, что, может быть, стоит немного поработать. Не могли бы вы поработать немного усерднее? Не могли бы вы попробовать еще кое-что? Может быть. Но когда вы продаете продукт стоимостью $80, который ваши друзья могут найти на Amazon за полцены, это очень сложная задача. И именно поэтому так много людей в этой отрасли продолжают бороться и не зарабатывают деньги. И в то же время, вы знаете, у вас есть несколько человек на самом верху, которые немного зарабатывают деньги, а затем компания как бы угасает, и они уходят. Так вот, суть в том, что я больше не чувствовал себя хорошо из-за этого. Я не чувствовал себя хорошо, вы знаете, мы всегда говорим о мечте построить компанию на 2, 3, 5 лет и иметь возможность получать этот долгосрочный остаточный доход. Это те слова, которые люди используют в этой отрасли. Но этого просто не могло произойти. И вот вы знаете, когда я действительно посмотрел на это, и как бы мы ни пытались изменить планы компенсации, сдвинуть иглу и помочь большему количеству людей стать успешными. Именно тогда, когда вы продаете продукт с завышенной ценой, не сработает. И именно поэтому, как вы знаете, среднестатистический сотрудник компании сетевого маркетинга остается на работе менее 3 месяцев. 2,8 месяца – это отраслевой стандарт. Такова статистика. Именно эта цифра, 2,8 месяца, является сложной по многим причинам. Во-первых, вы не сможете получить долгосрочный остаточный доход, если проработаете в компании менее 3 месяцев. Но во-вторых, даже если вы добьетесь небольшого продвижения, небольшого успеха, вы постоянно строите, наращиваете и перестраиваете. Потому что у людей бывает так. Знаете ли, что они сразу же выходят через заднюю дверь, как только входят, и это очень-очень сложно. Так вот почему я покончил с этим. Я был полностью опустошен. Но в то же время, и вы знаете, в любом случае это не так, и у меня появилась идея, о которой мы говорили долгое время. Вы знаете, мы вывели на рынок одни из лучших продуктов в отрасли, некоторые продукты, которые люди любят использовать. И знаете ли, они просто не могли себе этого позволить больше 3 месяцев. Потому что, когда дело доходит до покупки товара за $60 или $80, или оплаты счета за сотовый телефон,
мы знаем, что люди собираются делать. И именно поэтому через 2,8 месяца, бум, они уходят. Вот мы и поговорили об этой концепции. Вы знаете, что если мы сможем предложить людям эти продукты высочайшего качества за небольшую цену, просто предложим им их на несколько долларов дороже себестоимости. У вас будет вот эта модель типа членства, что-то вроде Costco, и возможность помочь отрасли исправить то, что сломано, и то, что было сломано так долго. И это была отличная идея. Это была отличная идея 5-6 лет назад, когда мы начали говорить об этом. Это была отличная идея год назад, когда мы запустили ее. Но в то же время я был готов к этому. Я с радостью ушел из этой отрасли и больше не собирался возвращаться. И знаете, Нотер продолжал твердить мне, что нам нужно это сделать. Нам нужно было исправить ситуацию в отрасли. Ситуация становится все хуже и хуже. И он был прав. Но в то же время с меня было покончено. Но знаете, я продолжал наблюдать за происходящим, а ситуация в отрасли только ухудшалась. А потом случился ковид, и время было выбрано просто идеально. Я имею в виду, что когда вы смотрите на то, что происходит в мире прямо сейчас, и на то, что происходит в экономике прямо сейчас, люди становятся умнее. Они делают больше покупок, сравнивают цены. Их покупательские привычки меняются. Люди отказываются от дорогих вещей по завышенной цене и все больше ориентируются на доступность и ценность. И Атар собирается поговорить об этом здесь, во втором выпуске. Но именно из-за этого, вы знаете, пришло время, и время было выбрано идеально. Нам нужно было что-то сделать, чтобы действительно исправить то, что было сломано, и помочь людям в первый раз за всю историю. И теперь вы знаете, когда вы видите, что 95% людей терпит неудачу в индустрии сетевого маркетинга. У нас более 30% наших филиалов получают прибыль, зарабатывают деньги. У нас есть люди, которые не бросают учебу в течение 2,8 месяца. Люди работают здесь годами. Ну, я имею в виду, что мы пробыли здесь всего год, а уже приближаемся к нашей годовщине. Но вы знаете, что люди продолжают покупать продукты каждый месяц, потому что они могут себе это позволить, потому что в этом есть смысл, потому что это помогает им. И когда у вас есть продукты самого высокого качества на планете по самым выгодным ценам в любом месте, трудно отрицать то, что у нас есть. Именно поэтому люди продолжают оставаться здесь. И именно поэтому менее чем за год число наших членов уже приближается к 900, и мы надеемся преодолеть это миллион к концу этого года. Я думаю, мы могли бы это сделать, если бы у нас была захватывающая рекламная акция, о которой мы поговорим здесь сегодня вечером, чтобы дать вам, ребята, еще больше возможностей, больше стимулов и больше вознаграждения для того, чтобы пойти туда и сделать это. Но в LiveWood, как вы, наверное, слышали, происходят важные события, и у вас есть возможность занять достойное место в этом процессе. Похоже, что к этой компании присоединилось большое количество людей, 900 человек. Ни одна другая компания в истории отрасли не нанимала столько людей за такой короткий промежуток времени. Но в то же время, ребята, это только начало. Мы еще даже не начинали. Мы только начинаем исследовать поверхность. И я верю, что в 2024 году мы привлекем еще от 3 до 5 миллионов новых людей. И у вас есть возможность заявить о себе, помочь привлечь всех этих людей и даже реально заработать на очень большом количестве из них. И еще они говорят об остаточном доходе. Когда люди остаются членами клуба, они продолжают пользоваться продуктом, они продолжают получать прибыль и не собираются уходить. И я не верю, что на планете есть хоть одно членство, даже в Amazon, Costco, Netflix или еще в чем-то, что имеет большую ценность, чем то, что мы имеем здесь, в LiveWood. Поэтому я собираюсь передать это моему хорошему другу Нодеру Казану, нашему директору по сетевой маркетинг, чтобы поговорить о нашем идеальном выборе времени и позиционировании прямо сейчас. И для тех из вас, ребята, кто не знаком с Надером, я имею в виду, что этот парень — легенда в индустрии сетевого маркетинга. Он сделал все, что в его силах, когда дело доходит до сетевого маркетинга, но больше всего на свете он помог стольким людям. И работает, не покладая рук, чтобы помочь вам, парни, каждый божий день. Я имею в виду, что он увеличен в миллиард раз. Он отвечает на телефонные звонки, на смс и электронные письма и просто наслаждается каждой минутой этого процесса. И мы знаем, как сильно вы, ребята, тоже его любите. Так что, уважая Казана, забирайте это себе. Привет, Бен, большое тебе спасибо за добрые слова, брат. Дамы и господа, этот парень попал в самую точку. Я знаю этого молодого человека с тех пор, как ему было чуть за 20. Мне выпало честь и удовольствие, и я был счастливчиком. Расскажите о сроках, которые позволили ему воспользоваться этой возможностью. Я никогда не видел, чтобы парень так усердно работал. Я никогда не видел, чтобы джентльмен преследовал свою мечту так усердно, как он. И да, он прав. Вы знаете, мы были благословлены сверх всякой меры. Позже он начал основывать множество компаний. Он привел меня сюда. Он благословил меня сверх всякой меры. И я наблюдал за этим, Бен. Я наблюдал, как он делает все возможное, чтобы помочь обычным людям, а не тем, кто на 1% превосходит традиционные компании сетевого маркетинга. Мне интересно, как вам удается выделять тех, кто переходит из компании в компанию и зарабатывает деньги. Целью Бена всегда была забота об обычных людях, о матерях-одиночках, полицейских, о людях, которые просто хотят быть здоровыми. Но, к сожалению, в те дни они не могли этого сделать с помощью старой модели доступным способом. И именно поэтому он ушел на пенсию. Ну что же, спасибо тебе за то, что ты все время слышишь, как я достаю тебя, брат. Но не только я вернул его к жизни. Леди и джентльмены, все было рассчитано вовремя. Бен – бизнесмен. В этом-то все и дело. Все дело в расчете времени. Он еще и серфер. Раньше он жил в Калифорнии неподалеку от меня, так что я наблюдал
предлагал заняться. И все дело в выборе времени. Все дело в выборе времени. Я знаю, что мы постоянно об этом говорим. Давайте посмотрим на это. Нордстром ушел. Его заменила стойка Нордстром. Кинотеатр, который находится ниже по улице от Ян Клапалма и Империал, находится здесь уже 30 лет. Его больше нет. Там собираются поставить электромобили. Почему? Потому что все пользуются Netflix. Покупательские привычки людей изменились, и ковид во многом повлиял на это. Ковид запер людей в их домах. Они стали потрясающими покупателями. Они стали потрясающими исследователями. Некоторые из них стали учеными. Хотите верьте, хотите нет. Люди выяснили, где зарыта кость. Люди узнали, что их друг, который пытался продать ему бутылку сока за $50 или растение в бутылке за $100 в одном из наших магазинов Crown Diamonds, сказал, что они перешли к следующему страницу того же веб-сайта старых компаний и думал, что 80% этого будет окуплено. Так что выбор времени — это все. У вас появился вирус ковид, который заставил людей осознать, что им нужно быть здоровыми. У нас появился вирус ковид, который сделал людей профессиональными покупателями и охотниками за выгодными сделками. Я имею в виду, что в телешоу речь идет о вырезании купонов. Как я уже сказал, Nordstrom больше нет. Появляется стойка Nordstrom. У вас есть традиционный домашний бизнес, который мы любим и преклоняемся перед ним. Он существует с 1934 года. Сетевой маркетинг зародился почти 100 лет назад благодаря удивительным дамам, которые хотели увеличить свой доход. И вдруг теперь у вас есть компании, производящие продукты, отличные продукты, но из-за своей бизнес-модели они должны делать это сами. За $10 и продавайте это людям за $100. Революция, дамы и господа, это членство в клубе. Давайте еще раз обратимся к некоторым традиционным компаниям, которые производят одни из самых удивительных продуктов на рынке. Но они делают это по старинке. За определенную сумму денег, увеличивая цену в 10-15 раз, чтобы иметь возможность платить комиссионные за это. Мы называем это сетевым маркетингом юрского периода, но это нормально. Так как же нам добиться того, чтобы жить хорошо? Мы предлагаем вам самые передовые пищевые продукты на земле по цене пенни за доллар. Потому что мы не берем комиссионные за эти продукты. Потому что мир переживает перемены. Посмотрите на Amazon, дамы и господа. 200 миллионов человек отдают Amazon $14 в месяц, чтобы сэкономить на доставке. Более 100 миллионов человек, 110 миллионов человек только в Соединенных Штатах, платят Costco $10 в месяц. Точно так же, если они купят 5 галлонов догонялки, то смогут сэкономить на этом $3. Членство в клубе — это будущее, но и дни взвинчивания цен прошли. Итак, вот в чем суть Левебу. Все дело в том, чтобы уловить тенденцию. Посмотрите на компании традиционного сетевого маркетинга, о которых я упоминал ранее, выпускающие одни из самых передовых продуктов, которые снижаются на 20-25% в год. Они продаются публично. Бен наблюдал за ними. Он только что вышел на пенсию. Да, вы знаете, он мой хороший друг. Он слушает, но все зависит от времени, потому что он увидел надпись на стене. Это отрасль с оборотом в $200 миллиардов в год. Мы продолжаем говорить о 60 миллионах. Это не миллиард. Это отрасль с оборотом в $200 миллиардов в год. И настало время для революции, потому что времена переплаты за пищевые продукты, дамы и господа. Просто для того, чтобы, возможно, кто-то из тех, кто находится на вершине плана, получил за это деньги, прошу. Я возвращаюсь к тебе, Бен. Это потрясающе. Большое тебе спасибо, Донна. Ты абсолютно прав. И если вы посмотрите на статистику, я имею в виду, если вы посмотрите на некоторые из крупнейших компаний в индустрии сетевого маркетинга за последние несколько лет. 30, 40, 50 лет, вы увидите, что в Herbalife вы смотрите на Русских, вы смотрите на Asana, все публично торгуемые компании публикуют свои доходы. Только по сравнению с прошлым годом их продажи снизились на 10-20%, потому что они продолжают продавать отличные продукты. Но их цена, я имею в виду, составляет $50 за протеиновый коктейль. У нас есть протеиновый коктейль более высокого качества за $22, менее чем в два раза дешевле, лучшее качество на рынке, лучший продукт на рынке. Полностью органический, потрясающий. Это всего лишь один из наших потрясающих продуктов. Но повторюсь, мне нравится, что вы упомянули Amazon, потому что Amazon начинал с простых. Мы начинаем с самых качественных пищевых добавок на планете. Им потребовалось 2 года, чтобы охватить миллион пользователей. Мы вполне реально могли бы сделать это за 1 год. Если нет, то это займет дополнительный месяц, но все равно намного быстрее, чем 2 года. Здесь происходят важные события, и на то есть веские причины. Ребята, я знаю, что вы ответили на этот звонок, чтобы узнать о возможностях для бизнеса и о том, как вы можете зарабатывать деньги с помощью этого компенсационного плана в этой компании. И мы поговорим об этом здесь, во второй главе. Но, честно говоря, основа этой компании — то, что я действительно хочу, чтобы вы, ребята, извлекли из этого больше всего на свете, больше, чем любые деньги. Больше, чем любой компенсационный план, больше, чем любые комиссионные — это ценность вашего здоровья, ценность этих продуктов и то, как они могут вам помочь. И при этом наша команда разработчиков просто потрясающая. Я позволю им поговорить с вами об этом. Давайте обратимся к нашему директору по обучению продуктам Лизе Гудкин. И, ребята, когда вы поймете ценность нашей команды, я имею в виду, что вы посмотрите на некоторых специалистов в области здравоохранения, вы посмотрите на врачей всего мира. И у вас получится 40% врачей, страдающих избыточным весом или ожирением. Назначают лекарства, которые только делают людей все более и более нездоровыми, вместо того, чтобы устранить корень проблемы. И что мне больше всего нравится в Лизе, так это то, что она действительно является продуктом своего продукта. Я имею в виду, что она практикует то, что нарушает. Она в лучшем
лучшей форме, чем кто-либо из нас. Она принимает все наши пищевые добавки, следит за тем, что она ест, что поступает в ее организм, что происходит с ее организмом. И она искренне хочет помочь каждому из вас сделать то же самое и максимально улучшить свое здоровье, увеличить продолжительность жизни и иметь возможность, чтобы быть здоровым как можно дольше. Так что, ребята, теперь все начинается вот с чего. Лиза Гудкин, это ваше дело. Это потрясающе. Спасибо тебе, Бен. Да, мы с Райаном как раз на днях были на обеде у врачей. И я определенно присматривалась к врачам с избыточным весом. Просто думала о том, как мы всегда говорим об этом. Но это же чистая правда. Вы должны практиковать то, что проповедуете. Но у нас с Райаном разное происхождение. Мы новички, мы не вовлечены в сетевой маркетинг и никогда им не занимались. Мы занимаемся вопросами здоровья и хорошего самочувствия. И что, по-моему, самое замечательное в сетевом маркетинге, это количество людей, которых мы охватили. И это количество означает количество людей, которые имеют доступ к нашим продуктам, изменяющим жизнь и увеличивающим продолжительность их жизни, о чем я и расскажу. Так что, по-моему, это самая крутая вещь. Итак, мы с Райаном оба работаем в индустрии здоровья и wellness-индустрии уже более 20 лет. Мы повидали все это. Мы видели и проактивную сторону, и реактивную сторону, не так ли? Итак, проактивная сторона. Давайте начнем с реактивной стороны. Реактивная сторона — это я больна. Теперь у меня диабет. Теперь я собираюсь пойти к врачу. Теперь я собираюсь принимать лекарства от холестерина или еще что-нибудь в этом роде. Вы слишком реактивны. Возникает проблема, и вы реагируете. Быть активным — значит предотвращать эту проблему, не так ли? Мы собираемся заботиться о своем организме, чтобы предотвратить эти заболевания. Вы должны оставаться на высоте этого. И именно в этом на самом деле заключается суть жить хорошо. Мы хотим, чтобы вы поняли, что, возможно, вы чувствуете себя наилучшим образом, живете своей лучшей жизнью. Но вы хотите, чтобы так оно и оставалось. Как вам это удается? Вы должны заботиться о своем теле. Вы не можете просто позволить жизни идти своим чередом. Потому что, к сожалению, произойдет неизбежное, если вы не будете заботиться о себе. У вас осталось совсем немного времени до того расцвета, когда вам может сойти с рук то, что вы не заботитесь о себе, и при этом оставаться здоровым. Итак, повторюсь, именно в этом заключается цель Livegood и Хао, Бен и Атер. Мы говорим о ценах на продукты в сетевом маркетинге. Ну что же, мы с Райаном видели то же самое, но с добавками в кабинетах врачей — хорошо. В нашей медицинской клинике, которой мы руководили, вы бы увидели, что приходят компании, производящие пищевые добавки. Они продают вам добавки, чтобы вы знали, что цена растет по сравнению с тем, что есть на самом деле. Покупаю это для себя. А потом вы должны будете продать это своему пациенту. Таким образом, к тому времени, когда ваш пациент начнет получать пищевую добавку, он заплатит $50-$60 за одну добавку. И, к сожалению, одной добавки будет недостаточно. Обычно вам приходится принимать несколько добавок, чтобы по-настоящему заботиться о своем организме, по-настоящему подпитывать его тем, что ему нужно. И к тому времени вы уже тратите $300-$400 на пищевые добавки в месяц и думаете, я не могу этого выдержать. Так что же происходит? То же самое происходит и с продуктами сетевого маркетинга. Вы принимаете их около 3 месяцев, а затем прекращаете, потому что просто не можете не делать этого. И что же в этом случае происходит? Ваше здоровье начинает ухудшаться. Вы больше не можете проявлять инициативу в отношении своего здоровья. Это очень печальная ситуация. Поэтому, когда я говорю о продолжительности жизни, мы все хотим прожить очень долгую жизнь. Это цель каждого, не так ли? Мы хотим увидеть наших внуков. Мы хотим чувствовать себя хорошо и выходить на площадку вместе с нашими внуками во время игры. Мы хотим, чтобы наши дети добились успеха и прожили долгую здоровую жизнь. Но ведь это и есть большая продолжительность жизни. Но если вы не здоровы, то последние 10 лет вашей жизни не принесут ничего хорошего. Вы будете плохо себя чувствовать. Вы будете постоянно уставать. Возможно, вы окажетесь в больнице, прикованной к инвалидному креслу. Вы же не хотите, чтобы это случилось. Вы должны максимально увеличить продолжительность своего пребывания на этой земле. И как вы это делаете? Это показатель вашего здоровья. Вы же хотите, чтобы продолжительность вашего здоровья равнялась продолжительности вашей жизни, верно? Мы хотим быть настолько здоровыми, насколько это возможно, до самого конца. Вы должны заботиться о своем теле. Как нам это сделать? Хорошо, мы добавляем большую его часть. Почему? Хорошо, мы поговорим о диете. Да, мы знаем, что такое диета и физические упражнения. Об этом знают все. Но проблема в том, что наши источники пищи уже не те, что раньше. Потому что наша почва уже не та, что раньше. Мы не получаем этих питательных веществ. Пища, которую мы едим, не получает этих питательных веществ. Поэтому у нас возникает дефицит многих витаминов и минералов. Из-за этого, как вы знаете, наше здоровье начинает ухудшаться. Поэтому вам нужно принимать пищевые добавки, чтобы дополнить здоровое питание. Вот тут и вступает в игру «Живи хорошо». Если вы еще не заходили на наш веб-сайт, то обязательно загляните на него. Вы должны ознакомиться с дополнениями. Мы выбираем из нашего набора Daily Essentials, который включает в себя поливитамины для женщин и мужчин, витамины D, 3, K, 2, магний, ультрамагниевый комплекс. Магний участвует в более чем 300 реакциях в организме. Ребята, если у вас его не хватает, подумайте о том, чего не происходит. Это ужасный, отвратительный спад. Четвертый фактор — мощное противовоспаление.
воспалительное средство. У меня здесь есть несколько моих любимых блюд, и некоторые из них мои любимые, потому что я люблю заниматься фитнесом. Я не занимаюсь фитнесом, я люблю заниматься спортом. Так что часто, когда я занимаюсь перед тренировкой, у нас есть необходимые аминокислоты. Незаменимые означают, что они необходимы. Вы должны получать их из своего рациона. Ваш организм не вырабатывает из них незаменимые аминокислоты. Кроме того, мы добавили в них еще больше полезных веществ. У нас есть свой креатин, и специалисты по ИСК могут подумать, что креатин предназначен только для бодибилдеров. Это очень полезный продукт для здоровья мозга. Креатин нужен всем. У нас есть наш протеин, о котором упоминал Бен. Это очень вкусно. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил мне, что ему не нравится вкус нашего протеинового порошка. Попробуйте, вам понравится. Это наши коллагеновые пептиды. Они стоят $27.95. Всего 30 порций. Постарайтесь превзойти эту цену. Коллаген первого и третьего типов. Это просто потрясающе. А еще у меня здесь есть наши суперкрасные, органические, суперкрасные продукты Министерства сельского хозяйства США. У нас также есть наша органическая, суперзеленая продукция Министерства сельского хозяйства США. Ребята, это не просто фрукты и овощи, которые вы можете купить в своем продуктовом магазине. Они уникальны. Расскажите о некоторых продуктах из суперзелени, таких как наша корелла, наша моринга, наша спирулина. Так, как будто вы не просто идете за этим в магазин. Так вот, эти продукты уникальны. Это то, что нужно нашему организму. Нужно каждому организму. Я ежедневно принимаю все добавки, кроме мужских мультивитаминов, потому что это не для меня. Я имею в виду, что не могу прожить без них и дня. Вам очень нравятся наши витамины. Вы, ребята, просто обязаны их попробовать. Я всегда готова ответить на ваши вопросы, потому что мне нравится помогать вам в обучении тому, как вы тоже можете стать здоровыми. Возвращайтесь в постель. Это потрясающе. Большое спасибо, Лиза. И да, другие компании продают коллаген по цене от $90 до $120 или по цене от 27 до $95. Это самый качественный коллаген на планете. Если говорить о волосах, коже, ногтях, суставах и других вещах, которые Райан вкладывает в это, я имею в виду, что это помогает, что касается здоровья мозга. То это помогает работе сердца, костей и выносливости. Я имею в виду, что у этого коллагена так много полезных свойств. И я согласен с тем, что это белок. Я никогда не был ванильным парнем. Я люблю шоколад, а это ванильный коктейль, и он мне очень нравится. Я принимаю его каждый божий день, иногда дважды в день. Вы абсолютно правы. У него восхитительный вкус, и это самый качественный органический белок на планете. Лиза, ты проделала отличную работу. Большое тебе спасибо. Давайте обратимся к нашему директору по разработке продуктов, парню, который производит все эти удивительные продукты, доктору Райану Гудкину. И вы знаете, что мне нравится в Райане, когда он создает эти продукты, он проводит так много исследований. Во-первых, он выясняет, какие ингредиенты ему определенно нужны в этих продуктах из-за их пользы, из-за того, что они делают. Но он смотрит и как только принимает решение, прекращает это делать. Он посещает каждую ферму на планете, не только в стране, но и по всему миру, и выясняет, какая ферма выращивает лучше всего, обладает наиболее устойчивой продукцией. Как ее собирают, как ее извлекают. Как он взаимодействует с другими ингредиентами. Я имею в виду, что этот парень потрясающий. И он не только ищет ингредиенты высочайшего качества для производства продукта высочайшего качества, но и многие люди не задумываются о том, что многие компании, особенно если у вас есть жидкий коллаген, пользуются популярностью. Это очень популярный продукт, но для того, чтобы он был жидким, необходимы консерванты. Консерванты — это химические вещества. Они вредны для здоровья. Они вредны для вашего здоровья. И если у вас есть неорганические ингредиенты, это означает, что они выращены с использованием пестицидов или химикатов. Это то, что вы не хотите вводить в свой организм. Поэтому Райан уделяет внимание не только тому, насколько ценен каждый ингредиент, но и тому, чтобы исключить ингредиенты, которые нам не помогут или могут навредить. И многие компании не задумываются об этом. И именно поэтому, знаете ли, поразительные результаты, которые люди ощущают при использовании этих удивительных продуктов. Как же и с этим, доктор Райан Гудкин. Бен, это было потрясающе. Бен, спасибо вам. Спасибо вам. Это было потрясающе приятно. Правда, я согласен с этим на 100%. Это были просто факты. Так вот, Лиза, забавно, что вы наблюдали то же самое. Там было буквально 5 врачей. Двое из них страдали патологическим ожирением. Бен, как вы сказали, каков процент врачей, страдающих избыточным весом? 40%. Примерно 40% из них имеют избыточный вес или страдают ожирением, а 23% или что-то в этом роде страдают ожирением. Я имею в виду, да, 40% имеют избыточный вес, 23% страдают ожирением. И это было похоже на безумие, потому что она права. Это лучшие люди с более плотным телосложением. Этот парень был лучшим ортопедом, руководителем всей программы. Остальные были неврологами. Имею в виду, что здесь мы говорим о нейродегенеративных заболеваниях, которые на самом деле в основном связаны с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, число которых стремительно растет. Главным образом из-за хронических заболеваний. В целом этот показатель стремительно растет, потому что люди не уделяют должного внимания своему питанию и другим составляющим здоровья. Ведут малоподвижный образ жизни и употребляют продукты с высокой степенью переработки. Я имею в виду, что вы должны заботиться о своем теле. И именно на этом мы действительно фокусируемся. Именно этого результата мы хотим добиться для людей в «Живи хорошо». Именно этого мы хотим помочь вам достичь, ребята. Поэтому
Поэтому, когда вы сделаете то, что сказала Лиза, и если вы посмотрите на наш канал на YouTube, вы увидите, что это не просто реклама продукта. Все время. Это темы здоровья. Это полезные способы улучшить ваш сон. Как вы справляетесь со стрессом? Что вы делаете в жизни, чтобы улучшить качество своего здоровья и продлить его продолжительность? И все это очень важно. Я имею в виду, учитывая тот факт, что примерно 75% населения имеет избыточный вес. И я сейчас говорю об американцах. Но 3 из 4 человек имеют избыточный вес. Либо с избыточным весом, либо страдающие ожирением. Я имею в виду, что цифры просто ошеломляющие, а стоимость медицинской помощи просто ошеломляющая. И тот факт, что система так устроена, чтобы просто находиться в отделении для больных, где они просто лечат признаки и симптомы болезни. Никто не занимается тем, о чем упоминал Бен, а именно анализом первопричин и действительно пытается помочь людям стать здоровыми. Во время этой лекции мы как раз говорили, что они такие. Ну конечно, что вы могли бы сделать, чтобы предотвратить это? Этот вопрос стоял на повестке дня. И они сказали, ну вы можете присмотреться к еде, и возможно средиземноморская диета вам подойдет. Вот и все. И они вернулись к медикаментозной терапии, процедурам и прочим навороченным штучкам, которые они могут делать. Между тем, это совершенно правильно. Еда – это лекарство. И пищевые добавки – это именно то, что им нужно. Это добавки к вашему рациону. Это цельные пищевые ингредиенты, полученные из продуктов питания. И именно так мы подошли к этому вопросу. Например, Лиза, вы показали креатин, аминокислоты и белок. И, по-моему, вы также упомянули пакет Daily Essentials, который входит в состав набора Lean Body. Если вы заглянете на наш веб-сайт, перейдете в раздел «Продукты», вы сможете узнать больше, а затем перейдете вниз и увидите набор Lean Body. Мы приближаемся к концу года. Нам предстоит принять множество новогодних решений, и я поддерживаю их, когда бы вы не захотели это сделать. Это может быть начало года, это может быть в любое время, когда вы захотите. Но когда дело доходит до снижения веса, вы заметите, что мы следуем только хорошим принципам. Мы не рекламируем какое-то волшебное средство для похудения и не говорим, вот, пожалуйста, это поможет, потому что это не работает. На самом деле, это так называемые термогеники, которые ускоряют сердцебиение. Продажи этих продуктов падают. Они снижаются. Они просто не работают и стоят слишком дорого. И в этом нет никакого смысла. На самом деле, все дело в улучшении качества вашего здоровья и увеличении мышечной массы тела, а также в том, чтобы помочь вам понять, что когда вы действительно теряете немного жира, вы хотите сохранить мышцы. Салфетка. И мы хотим восстановить мышечную ткань, потому что со временем, по мере старения, мы постоянно боремся с этим естественным снижением мышечной массы. Так что еще раз повторю, что в принципе это имеет смысл. Это логикой, она работает. И я обещаю вам, что если вы настроитесь на это и действительно, как я слышал от людей, вы войдете в игру, подключитесь и останетесь с Live Good. Вы действительно станете продуктом этого продукта. Я думаю, что это прекрасная идея. И я думаю, что, как сказал Бен, покупательские привычки меняются. Ну что же, все привычки, связанные со здоровьем, начинают меняться. Люди начинают просыпаться и говорить, да, вы правы, это неприемлемо. И я действительно хочу кататься по земле со своими внуками, когда стану старше. Таким образом, люди видят в хорошей жизни не только финансовую возможность, но и невероятную возможность улучшить свое здоровье, сохранить мобильность и по-настоящему сосредоточиться на том, что имеет значение в жизни. И я думаю, что это убедительный посыл. Если говорить о продукте, то я просто хотел сказать, что протеин – это комплекс для похудения, в котором вы получаете 2 порции протеина. На самом деле в нем содержится коллаген, но я не думаю, что коллаген там содержится на самом деле. Вместе с аминокислотами, креатином, комплектом Daily Essentials, мультивитаминами, витамином D и магнием. Но, по-моему, это стоит меньше $3 в день. Я думаю, что это около 90 баксов или около того бы. Извините, я не знаю точных цифр. Но именно это я хочу, чтобы люди услышали, потому что, повторяю, они вступают в Новый год. Мы думаем о снижении веса. И я хочу, чтобы люди знали, не поддавайтесь на эту дурную уловку, когда вы отказываетесь от диет и пробуете новые дорогие продукты. В конце концов, просто настройтесь на то, чтобы жить хорошо, будьте внимательны, слушайте, начинайте пробовать что-то из этого. Извлеките из жемчужины и применяйте их в своей повседневной жизни. И я обещаю вам, что вы почувствуете себя лучше. Используйте Лизу, используйте меня как источник информации. Мы здесь для вас. Мы здесь для того, чтобы служить вам. Так что, ребята, добро пожаловать на борт. Я рад, что вы, ребята, воспользовались этой потрясающей возможностью. Возвращаюсь к вам, Бен. Это потрясающе. Большое спасибо, Райан. И да, как сказала Лиза, вы знаете, большинству людей чего-то не хватает. На самом деле, у 9 из 10 человек чего-то не хватает. Наши поливитамины восполняют эти пробелы в питании. $9.95 в месяц. Наш комплекс ультрамагний. Это то, чего не хватает большинству людей, отвечающий за более чем 300 химических реакций в организме. Другими словами, если что-то не работает в вашем организме, есть очень хорошие шансы, что вы не получаете достаточного количества магния. Наш комплекс Ultramagnesium Complex – самый качественный магниевый продукт на планете. Всего за $8.95. Для наших членов он стоит менее 30 центов в день. Я имею в виду, что это совсем не сложно. И вдобавок ко всему, продукт высочайшего качества, самые низкие цены, у нас есть полная 90-дневная гарантия возврата денег. Пустая бутылка на все, что входит в один из наших продуктов. Если вам что-то не очень нравится, отправьте это обратно, мы с радостью вернем вам деньги. Мы хотим, чтобы вы, ребята, добились результатов. Мы хотим, чтобы вы, ребята, поняли ценность этих продуктов и насколько важно принимать их каждый божий день, потому что это действительно может изменить вашу жизнь, увеличит вашу
продолжительность жизни и поможет вам прожить более здоровую и счастливую жизнь до конца ваших дней. Так что если вы больше ничего не слышали из того, что я сказал сегодня вечером, купите какой-нибудь продукт. А теперь, после всего сказанного, давайте поговорим о возможностях для бизнеса. Я собираюсь сделать это быстро, потому что мне нужно бежать. У нас что-то вроде мини-отпуска. Мне пришлось сбежать от своей семьи, найти тихое местечко на несколько минут, чтобы поразвлечься после этого звонка. Но я знаю, что они ждут меня. Так вот, я не хочу, чтобы вы, ребята, что-то упустили. Поэтому я определенно хотел потратить время на то, чтобы рассказать вам, ребята, все об этой удивительной возможности, чтобы вы не упустили ее. Итак, если вы все еще здесь, во-первых, если вы присоединились к нам только на этой неделе, почти 20 человек присоединились на этой неделе снова, 20 новых участников. Поздравляю, добро пожаловать на борт. Еще раз повторю, что вы действительно не могли выбрать лучшего времени для работы в компании, чем прямо сейчас, с Ливгуд. Мы меняем мир, и вы находитесь в самом центре этого процесса. Так что еще раз примите мои поздравления. Если вы все еще проходите предварительную регистрацию, рассматриваете эту возможность и решаете, хотите ли вы присоединиться к этому, то вы находитесь в нужном месте в нужное время. Итак, вы, наверное, видели всех этих людей. Опять же, более 20 человек, более 5 человек только сегодня присоединились к Ливгуд. Если вы видите этих людей под собой на линии электропередач, у вас есть возможность зафиксировать свое положение и попасть в нашу матрицу раньше всех, из тех людей. Но это не значит, что все эти люди будут подчиняться вам в матрице. Это просто означает, что вы окажетесь в матрице раньше. И это единственное место, куда все остальные могут попасть, как все, поскольку это матрица 2 на 2, у каждого есть две позиции на передовой. Так что единственное место, куда могут попасть все остальные, находится под теми, кто уже там находится. Это означает, что вы действительно можете получать доход, если люди находятся под вами в этой матрице, независимо от того, имеете вы к ним какое-либо отношение или нет. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но это простая возможность. Когда мы говорим о 30% людей, получающих прибыль, это происходит не из-за побочных эффектов. Это не потому, что люди попали под их влияние в матрице. Это потому, что это просто. Это потому, что люди, когда они верят, когда вы, ребята, знаете, что у вас есть что-то, что действительно помогает людям, когда у вас есть продукты высочайшего качества, которые они больше нигде не могут найти на планете. Они даже не могут. Люди даже не могут найти продукты более низкого качества. Если вы посмотрите на Amazon и сравните наши цены на товары самого высокого качества на планете с ценами на товары самого низкого качества на планете, которые вы можете найти на Amazon или в других местах. А наши продукты очень конкурентоспособны, потому что в них есть все хорошее и ни одного плохого. И когда вы это знаете, все становится очень просто. Это придает мне уверенности в том, что я пойду туда и расскажу о них вашим друзьям, вашей семье. Вместо того, чтобы пытаться убедить их заплатить $60 за продукт, который они могут найти на Amazon за 30, не так ли? Вот почему в нашей компании 30% людей зарабатывают деньги по сравнению с менее чем 5% в любой другой компании отрасли. И это очень важный момент. Итак, мы поговорим о побочных эффектах. Мы поговорим о возможности получать зарплату за людей, которые находятся в вашем подчинении. Но факт в том, что у нас есть 30% людей, которые на самом деле наняли по крайней мере 2 человек из-за ценности этого продукта. Потому что мощь ценности, простота этой бизнес-возможности для всего $9.95. Уже через месяц люди могут стать участниками и экономить деньги на продуктах самого высокого качества на планете. Это действительно несложно. И за еще одну единовременную плату в размере $40 вы можете стать партнером и получать доход от всего этого объема. Так как мы продолжаем расти, единственное место, куда могут обратиться все эти люди, это те, кто уже там работает. Как я уже упоминал, мы ожидаем, что в 2024 году к нам присоединятся еще более 3 миллионов человек. Мы уже не за горами. Новогодние обещания уже здесь. Пришло время поправить здоровье. Пришло время присоединиться к компании, которая может изменить вашу жизнь как в физическом, так и в финансовом плане. Ребята, время пришло прямо сейчас, и вы идеально подходите для этого. Все, что вам нужно сделать, чтобы начать, это перейти на любое из электронных писем, которые вы получили от Ливгуд, нажать на ссылку. Или просто зайти на сайт меньше, чем URL больше, чем, чтобы закрепить мою позицию. Закрепите мою позицию на сайте .com, введите свой адрес электронной почты в это поле и выберите, хотите ли вы начать с $9.95. Ежемесячная плата за ваше членство, или если вы хотите сэкономить $20, 20% и проработать год за $99.95. Вам не нужно беспокоиться о членстве каждый месяц, а затем один раз получите $40 за то, чтобы стать партнером и получать неограниченный доход в рамках компенсационного плана. И если вы хотите получить полную информацию о компенсационном плане, вы можете посмотреть на странице платного плана. Внизу есть отличное видео, в котором рассказывается, как именно это работает. Это все, что вам нужно сделать. Кроме этого, есть еще две вещи, и я собираюсь передать их Нате, чтобы она закрыла их. Во-первых, мы приближаемся к нашей первой годовщине.
Мы запустили эту кампанию 13 декабря 2022 года, почти ровно год назад. До этой годовщины осталось всего 6 дней. На этой неделе число наших участников достигнет 900 человек. В следующей неделе мы хотим достичь миллиона. Если нет, то мы определенно хотим достичь этого к концу месяца. Поэтому в этом месяце мы проводим увлекательную акцию, конкурс, в котором у каждого есть возможность принять участие. Вот как это просто. Не имеет значения, приступаете ли вы к работе сегодня вечером или проработали в компании 6 месяцев, 12 месяцев, неважно. Любой, кто зарегистрирует нового участника до конца месяца, до конца декабря, получит право участвовать в розыгрыше и выиграть $10 с минусом. Регистрируйтесь всего один человек за $9.95. Проходит месяц, и вы участвуете в этом розыгрыше, чтобы выиграть $10 с минусом, если вы зарегистрируете более одного, любых дополнительных людей. Будь то 2, 3, 4, 5, 6, 10, каждый дополнительный человек дает вам право участвовать в другом розыгрыше, чтобы выиграть $50 с минусом. Таким образом, один человек выиграет $10 с нулевым результатом, другой $50 с нулевым результатом, у вас есть возможность участвовать в розыгрыше для обоих. Чем больше людей вы зарегистрируете, тем больше заявок вы получите в розыгрыше $50 с нулевым результатом. И если вы хотите удвоить количество заявок, то любой, кто зарегистрируется до следующей среды, 13 декабря, в нашу годичную годовщину. Любой, кто зарегистрируется до среды, получит двойную сумму заявок. Таким образом, если вы зарегистрируетесь до среды, вы получите две заявки на участие в конкурсе $10 с минусом. Если вы зарегистрируетесь вчетвером, вы получите две заявки на участие в конкурсе $10 с минусом, а затем еще две, нет, еще три человека, умноженные на 2. Вы получите 6 заявок на участие в конкурсе $50 с минусом. Состязание. Так давайте сделаем так, чтобы это произошло. Давайте работать вместе. Я бы хотел, чтобы мы достигли миллиона за первый год нашей работы. На это у Amazon ушло более 2 лет. Мы собираемся побить этот рекорд в любом случае. Я уверен, что мы сделаем это к концу месяца. Я очень-очень уверен в этом, но я бы с удовольствием сделал это на следующей неделе. И я действительно думаю, что мы могли бы привлечь к этому 100 или даже больше людей за неделю. Я не знаю, делалось ли это когда-либо, но я уверен, что вы, ребята, сможете это осуществить. В связи с этим большое вам спасибо, ребята, за то, что присоединились к нам сегодня вечером. Мне нужно бежать. Я собираюсь переключить его обратно на надо, чтобы закрыть это дело. Завтра у нас также запланирован интересный разговор. В пятницу в полдень мы проводим наш тренировочный разговор. Мы приглашаем некоторых из ведущих руководителей компании. Это такой позитивный, мотивирующий, вдохновляющий разговор о лидерстве. Тренинг, который научит вас стольким вещам, как построить свой живой хороший бизнес, как получать доход в рамках компенсационного плана, как находить новых участников, клиентов и аффилированных лиц. И в то же время просто как быть счастливым и радостным, и просто улучшать все вокруг себя. Так что это просто потрясающие звонки, на которые я призываю всех откликнуться и обязательно послушать некоторые из предыдущих, потому что на самом деле каждый из них вдохновляет. Так что присоединяйтесь к нам завтра в полдень по восточному времени, в то же время, в том же месте, не в то же время, но в том же месте завтра в полдень. А затем в понедельник у нас состоится встреча с Райаном и Лизой по поводу нашего продукта. По средам у нас будет встреча с Нотером. Это все, что у меня есть. Всем хорошего вечера. Нотер, заканчивайте с этим. Я ухожу отсюда. До свидания, ребята. Все в порядке. Большое вам спасибо, Брэнд. Дамы и господа, я люблю этого парня. Все дело в семье. И именно этим вы причиняете боль всем нам. Вы знаете, Лиза и Райан вернулись с тренировки для детей. Вы знаете, я провожу мероприятия для молодежного служения. Вы знаете, Бен сейчас в мини-отпуске. Мы одна семья. Мы все хотим благословить учителей. Так что еще раз, Бен, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты вернулся с пенсии. Лиза и Райан, я хочу поблагодарить вас за создание самых совершенных пищевых продуктов на Земле, изготовленных из лучших ингредиентов, которые только можно купить за деньги. И почему мы можем себе это позволить? Почему мы не можем предложить это вам по таким потрясающим ценам? Потому что, в отличие от старого способа ведения сетевого маркетинга, мы не повышаем цену продукта и не платим за это комиссионные. Это вопрос номер один, который я получаю. Как Лиза и Райан могут создавать эти продукты за копейки на доллар, с остальной гарантией возврата денег? Как? Ну что же, я расскажу вам, как мы тратимся на ингредиенты. Райану и Лизе нравится работать с лучшими фермерами планеты. Мы стараемся, чтобы затраты были максимально приближены к тому, что мы за это платим, потому что мы хотим безмерно благословить вас, потому что нам надоело наблюдать, как люди покупают хорошие продукты. Но из-за того, что цена настолько высока, они отказываются от покупки через 2,8 месяца, а потом удивляются, почему продукт им не подошел. Так что еще раз, Бен, я хочу поблагодарить вас за то, что вы вышли на
пенсию. Дамы и господа, как уже говорил вам Бен, у нас нет требований к покупке продуктов в Liverpool. Но мы замечаем, что это приносит пользу людям, особенно в это время года. У людей только что закончилось лето. Люди готовятся к началу каникул. Все обеспокоены всем этим. Так что давайте, войдите в свой бэк-офис. Вы только что присоединились к нам. Я хочу поприветствовать вас в нашей дружной семье. Во-первых, во-вторых, прямо сейчас у нас проходит потрясающая акция на наш международный оздоровительный пакет. В него входят продукты стоимостью около $300. Если вы собирались купить его у другой компании, то наш пакет стоит менее $100 и поставляется с бесплатной доставкой. Так что давайте познакомимся с некоторыми из наших продуктов. Но пока вы ждете отправки наших продуктов, они отправят их вам завтра. Дамы и господа, войдите в свой бэк-офис Liverpool. Вы только что присоединились к нам. Я хочу поприветствовать вас в нашей семье Liverpool. Я хочу поприветствовать вас в этой прекрасной революции, которую мы называем Liverpool. Прежде всего, войдите в свой бэк-офис Liverpool, указав свое имя пользователя и пароль. Посмотрите на левую сторону. Это ваша тренировка на сегодняшний вечер. Вы только что присоединились к нам. Посмотрите на линию электропередач. 20 человек в неделю присоединяются в качестве платных участников. 100 тысяч человек в неделю посещают экскурсию в Liverpool. Это означает, что все, о ком вы думаете прямо сейчас, смотрят на Liverpool, или мы будем смотреть на Liverpool сегодня вечером или завтра. Итак, сегодня вечером войдите в свой банковский офис так, как вы только что зарегистрировались. Возьмите страницу своего тура и отправьте ее всем, кто есть в вашей адресной книге. И скажите, вы слышали, что происходит в Liverpool? Вот и все. Это все, что вам нужно сделать сегодня вечером, пока вы ждете прибытия ваших товаров. Они отправят их вам завтра. Давайте представим, что вы отправляете это сообщение всем, кто есть в вашей адресной книге. Все так и сделали. И я нашел сайт Amazon для ведения домашнего бизнеса. Дамы и господа, я только что видел Бена, который уехал, чтобы побыть со своими детьми, как настоящий папа. Представьте, что Джефф Безос просит вас дать ему единовременно $40, чтобы он стал частью революции Amazon. У Amazon 200 миллионов пользователей, которые платят им по $14 в месяц. Только представьте, если бы у них была единовременная плата в размере $40. Это было бы здорово. И точно так же, как сказал Бен, мы начинаем только с самых передовых продуктов питания на Земле, потому что благодаря своей временности и осознанию того, что принес ковид. У нас будет все точно так же, как у Amazon есть почти все. Давайте представим, что вы дозвонились до нас, и вы отправляете информацию о своем туре на сайт liverpooltown.com, независимо от вашего имени пользователя. Всем, кто есть в вашей адресной книге. И давайте предположим, что из десятков ваших друзей только 5 или 6 признают, что Liverpool станет будущим домашнего бизнеса, а также Amazon или домашний бизнес. Знаете что, давайте просто не будем говорить о 5, скажем, что только 2 из них такие же умные, как вы, и осознают это, и будут участвовать в программе «Живи хорошо». То есть делиться «Живи хорошо» только с 2 своими друзьями, когда многое произойдет. Первое место занимает первое место. Вы только что завоевали бронзу. Это наш первый ранг. Как рассказал вам Бен, более 30% людей, присоединившихся к Liverpool, сразу же достигли этого ранга. Почему? Потому что они гордятся этим. Они смотрят на эти продукты, они смотрят на эти цены, они смотрят на 100% пустую бутылку и 90-дневную гарантию возврата денег. Как будто я могу это сделать. Я собираюсь рассказать своим друзьям, потому что с такой скоростью, с какой растут эти ребята, кто-то другой получит моего друга. Так что просто послушайте, вы привели 2 своих друзей и только что завоевали бронзу. Поздравляю вас. Вы также утроили свой потенциальный доход в рамках матричной части нашего компенсационного плана. Мы поговорим обо всем этом завтра. Это приведет вас в восторг. Но, дамы и господа, еще раз повторяю, поскольку мы с Беном пришли с работы, поскольку он всегда делал все возможное, чтобы немного сдвинуть иглу с мертвой точки для людей, которые зарабатывают деньги. Это самая захватывающая часть для меня, помимо того факта, что очень скоро вы получите в свои руки несколько потрясающих продуктов. Вы только что вернули себе в карман то, чего вам стоило присоединиться к Liverpool. Это и есть революция. Это не просто самые передовые пищевые продукты, приготовленные из лучших ингредиентов по цене пенни на дочь. Это тот факт, что люди наконец-то могут быть вовлечены в работу компании, высоко держать голову, советовать своим друзьям заняться чем-то другим. И если им это не нравится, они могут просто отправить продукт обратно. Мы возвращаем им все их деньги, и они тратят их на покупку более дорогого продукта в других компаниях. Поэтому я хочу поблагодарить Бена за то, что он вышел на пенсию. Я хочу поблагодарить Лизу и Райана за создание самых совершенных пищевых продуктов на Земле. Я хочу поблагодарить почти 900 первопроходцев, которые помогают нам распространять эту хорошую новость. Дамы и господа, 900 человек — это ничто. Только в Америке насчитывается 300 миллионов взрослых. В США проживает 7 миллиардов человек, которые нуждаются в нашем красном цвете для своего сердца. Спасибо вам, Лиза. Спасибо вам, Райан. Спасибо вам, Бен. Мы увидимся со всеми вами завтра. А еще я хочу попробовать вьетнамский зум. Спасибо вам всем. Да благословит вас Бог. Все в порядке, это большая честь для меня. Спасибо вам. Спокойной ночи. Да, завтра в 12 часов дня по восточному времени. Увидимся там со всеми вами. Для нас это все. Всем спокойной ночи. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Thank you. Thank you.